Начну с любопытной информации. Специалисты Росстата по итогам 2012 года признали Ноябрьск самым обеспеченным городом России по бюджетным доходам на душу населения. На каждого жителя, по подсчетам социологов, у нас приходится по 69 200 рублей. Новый Уренгой уступил Ноябрьску совсем немного, заняв вторую строчку рейтинга с показателем 69 100 рублей. Эксперты оценили преимущества Ноябрьска в высоких среднемесячных зарплатах по сравнению со средним уровнем в России и по благосостоянию жителей. Также Ноябрьск лидирует по среднедушевым инвестициям, по объемам субсидий и дотаций из окружного и федерального бюджетов. По затратам на ЖКХ Ноябрьск занимает третье место среди городов страны.